Ну тогда давай в кроватку. Чего мы ждем? Давай, сучка, давай. Под конец игра решила удивить, да? Здравствуйте, друзья! С вами Декарт. И под эту замечательную музыку, которую вы, скорее всего, ни хрена не услышите, потому что я сделаю как можно тише во избежание страйка за авторские права, мы будем сейчас начинать вместе с Соником искать любовь. А любовь, она, в принципе, у нас вот. Вот у нас любовь. А вот у нас Соник. Соник Love Hunter. Охотник за любовью, любовник-охотник, или как вам больше нравится. Во-первых, знаете, что мы сделаем? Мы сделаем вот так, потому что это какое-то говно. Я не понимаю, почему. Почему у этой игры рамка не такая, как была до того, как я нажал на play. Знаете, нажал на play, появилось вот это главное меню, и все как-то вот так вот сузилось маленечко. Поэтому мы убираем эти черные края сверху и снизу. И, наверное, начинаем, да? Почему бы и нет? Итак, Виктор Крокодил ардуктил сониковскую девушку, и Соник должен постараться как можно сильнее, чтобы преодолеть препятствие и спасти ее. Вот так вот. Save her и save her, потому что без her будет не очень хорошо его hair, сами понимаете. Поэтому next, понеслась. Двигайся влево, двигайся вправо и прыгай. Нажимай space, чтобы стрелять. Собери вот эти предметы. Так, 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 и вот это, вот этих вот ребят бойся. Это мутажук, это змейка, а это какая-то непонятная санина. Ну, старт, короче. Значит... Ух ты! Та-та-ра-та-та! Хороший саундтрек. Переделанная версия какого-то саундтрека из Соника. Господи, Соник, боже мой. Соник, что-то с тобой случилось. А что у тебя с осанкой, чувак? Посмотрите, смотрите, как он... Он выглядит как какой-то, знаете, такой скряга с бородавками и длинным носом, такой лет 70. А, золото, моя прелесть, как голум, я не понимаю. Что-то он как сгорбился как будто, или что, или руки как-то вперед сложил. Я не понимаю, или он просто нос, он сопли вытирает. Что за странная поза, Соник? Ты как-то очень стрёмно выглядишь. Ну, издалека, во всяком случае. Итак, все найдено, и от Трахина нашел свою любовь и сделал с ней все, что ему полагается. Ну, хорошо, молодец. Так, давайте, смотрите, теперь мы можем... О, гляньте, у меня там обновление программки вылезло. Так, это дело мы закрываем. У нас получается... Вот эту змейку надо... Нормально, слушай. Ты убил змейку, Соник, ты негодяй, как тебе не стыдно? Level completed, вау, слушайте. Так, неплохо, неплохо, мы справляемся, нормально. Давайте, собираем сердечки, собираем яблочки. Яблочко же было, да, перед этим? Ключ, ключ, зашибись. Слушай, а ты не запарила, мадам? Я уже запарился немножко за тобой как бы бегать. Я тебя освобождаю для чего? Чтобы ты опять потом в лапы этого ублюдка попала. В конце концов, куда это годится, я не понимаю. Что за бред? Ты, может быть, уже начнешь наконец-то как-то аккуратно ходить по темным переулкам, не попадаться никуда. Или тебе просто это доставляет удовольствие, что Соник ходит, ходит вот это вот, скрюченной спиной, сколиозный Соник ходит и свое время на это все тратит. Это как вообще понимать? Сдохни, ублюдок, молодец, отлично. Так, давайте, о, взяли, нормально, слушайте. Тяжелая игра, ребята, тяжелая, хардкор. Хардкорище просто, как я справляюсь, черт возьми. Level completed. А сколько всего этой замечательной красоты будет? Мне просто любопытно. Сколько всего мы будем заниматься этим крайне увлекательным занятием? Так, о, давай-ка вот сюда, оп, 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 ну оп, ну оп или не оп? Оп, попал, слушайте, нормально. Че это такое вообще? Это какой-то сониковский спиннер непонятный. Влюбленный Соник швыряет спиннеры. Вот такие вот дела, ребят. Когда Соник влюблен, он швыряет спиннеры. Это особенность брачных игр ежиков Соников по всему миру. Так, давайте-ка... Кстати, я сейчас сдох и ничего. А, у меня там вверху жизни отчитываются. Их 9 штук, видите? Давайте вот этого козла. Козла угрохаем. Этого козла тоже угрохаем. Всех козлов угрохаем, ребят. Потому что козлы, они на то и козлы, чтобы их угрохать. А особенно если козлы змеи, то так вообще прикол тогда. Тогда вообще просто вариантов нет. Давай, да что ж ты делаешь? Что ж ты... Вот, блин, а слушайте. Во, вот так. Вот так, ждем, когда вниз опустится. Хорошо, хорошо. Вот стоит она там. Стоит она там. Ты можешь убежать, что ты там встала? Я не вижу решеток, я не вижу замков, я ничего не вижу, а просто стоит и ждет. Ой, когда же этот холоп меня освободит? Сколько же это будет продолжаться? А мне кажется, этот уровень был. Или просто была какая-то вариация этого уровня, я не знаю. Ну, вроде мы такое уже видели. Мы такое вроде уже видели, разве мы такое не видели еще? Уже, видели же уже, уже же видели же. Так, ну давайте вот сюда. Хорошо. А-а-а! Жопу поджарил! Соник поджарил свою жопу. У Соника горит пукан. У влюбленного Соника, швыряющегося спиннерами, горит пукан. Вот так, ребят. Я не знаю, как еще охарактеризовать то, что тут происходит, блин. Что происходит, реально? Как туда залезть? Ну-ка еще раз. Коврики, айда. Айда сюда. Айда сюда, коврики. Так, смотрите, вот тут аккуратно. Сразу вот на эту штуку, да?
наверное. Так, теперь сюда. Теперь сюда. Вон она! Вон она там встала опять! Блин, у нее такая еще гордая поза, вы знаете, она как королева, повелительница вселенной там стоит. При том, что я постоянно за ней бегаю, все время ее выручаю. Зачем я это делаю, непонятно совершенно. Так, ну, слушайте, что я вам могу сказать? Давайте, наверное, на этом пока закончим, потому что, по-моему, этой игры, ребята, нам уже хватит. Вот нам ее хватит. Вот, я считаю, что этого достаточно. Того, что мы видели, уже достаточно. Пошла ты, Эми, куда подальше, слушай. Но научись уже сама за себя отвечать. Итак, игра Sonic потерялся в мире Марио. Когда Sonic проснулся, однажды он решил прогуляться в его прекрасном мире, без того, чтобы его жена об этом знала. У Соника есть жена, нихрен, вот этот поворот. Но внезапно он увидел какой-то синий крутящийся круг прямо над ним. Он прыгнул в него и делать ему нехрен, слушайте. Все было странным и черное вокруг него, когда он прыгнул в этот круг, который на самом деле был порталом в другое измерение. Несколько секунд спустя он упал на землю на свои ноги, но был что-то Homeland. И он наконец-то увидел вокруг него... Включая, о боже, этого не может быть. Соник потерялся в минимале. Блестящее вступление, и мы начинаем. Там. Так, ну опять, ну, господи, ну какой же дебил настраивает эти сраные рамочки. Ну, рамочка же изначально была не такой. Вот опять игра начинается, опять эти сраные полосы. Убираем. Убираем эту красоту. Так, как прыгать? Jump Z. Я ничего не понимаю. Подождите, еще раз. Наш надо класснуть сюда. О, так, хорошо. Во! Научились прыгать, научились, ребят, куда? Куда? Слушайте, он как-то странно прыгает, надо. Окей. Соник нажрался грибов, ребят. Так, окей, хорошо. Мне нравится, что вопросики не исчезают. Вообще-то вопросики должны исчезать, по идее, по правилам. Так, ну-ка, бум, так, хорошо, выбиваем монетки. Слышь, монетка есть? А если найду? А ну, жабка, монетку давай. Ой, жабка, господи, черепашка. Спускаемся? Не спускаемся. А сюда спускаемся? Не спускаемся. Вот так. Ты чё, тупой, что ли? Что с ним? Что с тобой, Соник? Не крутись так. А куда рамка-то съехала, блин? Да твою мать, да что тут? Что с этой игрой не так, я не понимаю. Рамка взяла куда-то съехала, обосраться просто. Это постоянно так будет? Нет, ну сейчас вроде нормально. Окей. На! Я думал, что я смогу. Марио бессмертен, ребят, с Марио лучше не связываться. Так, все, давайте сваливаем. Марио, оставь меня в покое, что тебе надо? Что тебе надо, усач? Ты, педофил, отвали. Я не могу ничего сделать. Все, ребята. Да, вот такая вот игра мне по душе. Мы сломали систему. О, все, смог. Смотрите, получил. Ну, блин, он своим итальянским пипиндриком мне взял все испортил. Он там, наверное, прям об его пипиндрик и ударился головой. Я так понимаю, когда прыгал. Так что мне надо? Мне же надо его как-то... Ну, почему это не работает? Че он не сдох? Марио, ты будешь сдыхать? Ты погиб! Теперь Соник никогда не увидит свою замечательную страну. Какого хрена? Какого? Марио, ты пидорас! Ты какого хрена сейчас было вообще? Жри гриб, жри гриб. О, смотрите, видите, его плющит. Он сожрал гриб и его плющит. Ну, это замечательно. Именно так и должно быть, когда ты сжираешь гриб, наверное. Только я не понимаю, его плющить-то плющит, а чё он при всем при этом никаких вот изменений в своих способностях? Подождите. А, вот, точно, я забыл. Мы же можем бросаться вот этой саниной. Ну-ка, подождите, я совсем забыл про это. Так, давайте. А, ну ему же насрать. Я не знаю, я кидаю, ему все похрен. Я кидаю, вот сволочь. А у меня кончились предметы-то. Нет, нечем кидаться больше. Ну я ж попал в него тогда. Я разве в него не попал? Сейчас опять меня убьет. Сейчас опять итальянская усатая башка меня убьет. Ну, ребят, что тут скажешь? Крутись давай, ну, сделай вот это. Чё он там лапами своими машет? Ты гаслина, ты усатая. Ну все. Все, это ладно. Вот такие, в общем, дела. Вот так вот, да. Марио нас победил. Я не знаю, что с ним делать, правда. Я конечно, понимаю, что грибочки и все дела, это все красота. Давай-ка вот еще раз возьмем. Но... Короче, но говно. Ладно, сейчас еще раз, последний раз. Смотрите, может быть, я неправильно, неудачно попадал. Может, я неудачно попадал по нему. Кто его знает? Так, давай, вот сюда. Вообще, сейчас пропускаем все монетки, всю эту срань. Давай, Марио. Марио, сволочь, я иду к тебе. Я иду к тебе, сволочь, ты такая, Марио. На! Ну и что? Ну и что, блин?
Ну насрать ему, вы видите? Попадает на него грибочек, ему насрать. Ну и что я могу сделать? Ладно, окей, давайте на этом будем заканчивать. Вот, это смерть, смерть усатая ко мне бежит, пидорит меня сзади. И, по-моему, это замечательный момент для того, чтобы... Я победил! То есть, чтобы в этой игре выиграть, нужно ничего не делать. Да, о, Тейлз, здорово. Привет, Соник, где ты был? Целует Соника. Слышишь, ты педрила! Ты не поверишь, сейчас тебе расскажу, но я забыл. Давай в постель. Соник далеко был весь день, и единственное, что он хотел, это... Секс! Ну окей, но вначале тебе нужно объяснить мне, где ты был весь день, дорогуша. Твою мать, она согласна. Ну что ж, дракон атаковал меня, и это заняло весь день. О-о-о. Ну тогда давай в кроватку. О боже, она в это верит. Ну, чего мы ждем? Давай, сучка, давай. Под конец игра решила удивить, да? Ну, как ты видел... Все стало хорошо с нашим героем, увидимся в следующем эпизоде. Следующий эпизод может никогда не выйти, потому что создатель слишком ленивый, чтобы тратить слишком много работы над Соником. Гениальная концовка получилась у серии, просто потрясающая. Вот два события, которых я совсем не ожидал, они произошли. Я как-то победил Марио, не прикасаясь к клавиатуре, и я потрахался с Тейлзом. Превосходно! Игра тысячелетия. Ну что ж, а на этом мы тогда заканчиваем. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании, и все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.